Жители микрорайона «Зеленые аллеи» столкнулись с тем, что при облицовке фасадов жилых домов были использованы некачественные материалы, а также нарушена технология строительства. Вследствие чего стали отваливаться панели, которыми отделаны стены. Для того, чтобы устранить недочеты предыдущих строителей, люди обратились в администрацию Ленинского городского округа. Первый вопрос был касательно, когда поставят плиты для замены. Очень важный вопрос касается утепленных балконов, потому что жители утеплили их за свой счет, и очень много балконов и утеплителя отмокло, повылетало. В срочном порядке исполняющий обязанности главы Ленинского городского округа Владимир Иванов, представители администрации и новая компания-застройщик, которая взяла на себя ответственность за проведение ремонтных работ, выехали на место, чтобы на общем собрании с жителями обсудить сложившуюся ситуацию и предложить пути решения вопроса. В настоящее время заказан материал, определен подрядчик. Поставка материала будет, самая последняя партия, к концу сентября. И работы планируем устранить до Нового года полностью, замену всего фасада 100%. В тех цветовых решениях, в которых он выполнен сейчас, только это будут новые элементы, новые панели. Компания-застройщик взяла на себя обязательства и полностью профинансирует все ремонтные работы. Будет демонтаж панелей ЦСП, которые установлены, будет их замена на негорючий материал. Проверка будет направляющих, которые установлены на подсистеме, их крепежи, заклепки и повторный монтаж утеплителя, если это потребуется, и монтаж вот этих навесных панелей. Юлия Стаферова, Евгений Бех, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.